Всем привет! Я уже достаточно долгое время использую AirPods Max и готов рассказать тебе действительно всю правду об этом гаджете. Потому что у нас же как водится? Выходит гаджет, о нем блогеры рассказывают все самые хорошие или самые плохие новости, а реального опыта использования еще нету ни у кого. Когда он появляется, это уже не так актуально. Поэтому мне, собственно, плевать на актуальность, я просто хочу с тобой поделиться ощущениями, которых действительно очень много. Есть положительные, есть негативные, ну, в общем, давай обо всем по порядку. Начнем с того, что их очень долго ждать. Я их заказал вот как только открылся предзаказ, и поэтому я их получил в 2020 году. Большинство тех, кто прождал даже до вечера дня открытия предзаказа, их получат только в этом году. Собственно, почему? Потому что здоровая и абсолютно бестолковая коробка. Вы знаете, какие проблемы у Apple сейчас с поставками, они, собственно, у всех по всему миру. И вот на этот объем можно привезти дофига айфонов, но привозятся только одни AirPods. И это действительно очень странно, уменьшать коробки с айфонами, чтобы привозить их больше, и в то же время выпускать вот такую здоровую, бестолковую коробку. Это как-то, по-моему, не самый гениальный ход Apple, но ладно. В общем, в коробке вы что получаете? Вы получаете вот такую красивую коробочку, где спереди AirPods, сзади AirPods в кейсе. Внутри, собственно, сами AirPods в кейсе и кабель Lightning. Блок даже сюда не положили за 63 тысячи рублей. Это продукт, я вам напомню. А блока нету, потому что вы, по сути, можете зарядить от всего, и типа блок у вас уже есть, но он тут часто и не нужен, они действительно очень-очень-очень долго держат, собственно, заряд. Дальше о самих наушниках. Наушники, как вы уже знаете, могут отделять от себя амбушюры, да, они держатся на магнитиках, ничего нажимать не нужно, все очень круто сделано. Амбушюры стоят дорого, как в средней руке Android смартфон. И меня очень улыбнул вот этот сайт, на котором вы можете собрать себе комплектацию из разного цвета амбушюра AirPods. Я вам так скажу, вот это левая, вот это правая, и меняться местами они не могут, вообще никак. То есть, если ты захочешь себе купить новые амбушюры для AirPods Max, допустим, сделать их трехцветными, один цвет у самих наушников и два цвета у амбушюр, то тебе придется купить еще два комплекта амбушюр. Более того, Apple пошла дальше, и если с AirPods Pro ты мог их просто сдать в сервисный центр, если они там испачкались, загрязнились, сломались, и тебе выдадут новый AirPods с новым комплектом амбушюр, тут такого не будет. Пойдешь и купишь себе новый комплект. Поэтому берегите этот как зеницу ока, но вот потому что вот так. Собственно, я уверен, что на AliExpress такая тема будет стоить прям очень-очень дешево. Многие их накупят, но к самой Apple у меня претензия, потому что по большому счету могли бы сделать что-то поадекватнее вот по цене, чтобы все меняли и всем было красиво. А так сайтик сделали, вариации пилить можешь, но нет. Очень внимательно подходить к выбору цвета самих AirPods, потому что, ну вот я себе брал синие, потому что прям все у меня синие, часы синие и телефон в тихоокеанско-синем цвете, и с наушниками не прогадал. Многие берут специфические цвета, долго их ждут, берут, потом понимают, что, блин, носить-то не с чем. Потому что, по сути, это носимый гаджет. Ты их будешь носить очень-очень часто. Вообще, это специфика России, когда используется AirPods. Вот действительно, глупый вопрос, да? На самом деле, я над этим долго рассуждал. В Штатах этот продукт позиционируется как инструмент для пандемии, когда ты сидишь дома рядом со своими детьми, они тебя уже достали, и ты хочешь на минутку уйти помедитировать, там, на 10, на 20 минут помедитировать. Это действительно позволяет сделать AirPods, у них очень крутое шумоподавление. Здесь есть 5 микрофонов, один все время слушает ветер, чтобы если ты на улицу пошел, а 4 слушают все, что тебя окружает, и действительно очень крутой эффект шумоподавления. Здесь есть пространственное звучание, которое совсем недавно занесли еще и на Netflix. То есть ты можешь смотреть сериалы на Netflix, и если ты в AirPods, ты прям будешь думать, что вокруг тебя действие происходит. Это круто. Это крутые режимы, которые есть и у других производителей, я не спорю. Лучше, хуже, не знаю. Я бы не купил большие наушники, если бы их не выпускала Apple. То есть давай тут тоже для себя поймем.
это продукт, очень хорошо адаптированный в экосистему. И ты покупаешь связь с экосистемой. Ты их снимаешь, они замолкают, надеваешь, они подключаются к твоему Apple Music автоматически, ты нажимаешь кнопочку, плейлист из Apple Music запущен. Это очень удобно, это очень круто, действительно хорошо. Хорошо, пока ты их не снимешь. И вот тут есть нюанс. Потому что когда ты снимаешь AirPods, убираешь их в кейс, они заряжаются и особо не тратят заряд. Когда ты снимаешь вот эту штуку, даже если ты положишь ее в кейс, они, заразы, не выключатся. Они будут потреблять энергию. То есть они будут в уведомлениях у тебя висеть, что у тебя подключены AirPods. У меня выведен виджет с энергопитанием, стандартный виджет Apple. И как ты видишь, на нем все время отображаются AirPods. То есть мне нужно зайти в настройки, Bluetooth, и здесь выключить подключенные к ним AirPods. Это не напрягает, но это лишнее действие, которого я хотел бы избежать. Если я этого не сделаю, на утро я получу практически полностью разряженные AirPods, потому что, грубо говоря, в 8 вечера я их кладу, в 9 утра я их поднимаю, за ночь у них потратились процентов 80, просто в режиме ожидания. Это огромный косяк, у них нету кнопки выключения. С этим нужно смириться, к этому надо привыкнуть, это безумно бесит. Вначале я не мог поверить, что за такие деньги ты получаешь недоработанный продукт, вот в этом плане. Но вот такой вот он и есть. В принципе, гаджет очень хрупкий. То есть кейс он абсолютно не защищает. Вообще этот кейс у меня жена предложила выбросить, потому что она подумала, слушай, ну это же упаковка от AirPods. Как бы зачем она тебе? Давай выбросим. Я такой, подожди, там уникальная система магнитов, которая позволит тебе сохранить в этих AirPods заряд там несколько месяцев. Но это все, что делает этот кейс. Больше он ни на что не способен, защитить, как видишь, он их не защитит, сеточка у них остается, и, к сожалению, если ты ее порвешь, то тебе придется обратить в сервисный центр. И сервисные центры впервые запустили тему, когда ты можешь два раза обратиться за бесплатным ремонтом, но, внимание, каждое обращение будет стоить 5000 рублей. Бесплатный ремонт, который стоит 5000 рублей. Вначале я не мог понять, что происходит, но, как видишь, это информация с официального сайта. Но это логично. Наушники за 63 тысячи, ремонт выйдет в больше, чем 5 тысяч. Но, короче, зато хоть за пятерочку тебе их починят. Два раза в год. Остальное будет уже там за full price. Что тут, собственно, чинить? В отличие от AirPods и AirPods Pro, здесь хоть есть что чинить. Они очень легко разбираются, соединяются с двух сторон. Здесь установлен кабель Lightning. И, собственно, они легко разбираются, раскручиваются, починят тут все. Ребята из iFixit поставили хороший балл по ремонтопригодности. Поэтому действительно очень крутой гаджет в плане ремонта хотя бы. То есть это не как с AirPods с AirPods Pro, когда за 20 тысяч ты получал одноразовые наушники. Нет. Ладно, еще с AirPods мы к этому привыкли, но с прошками было тяжелее. Но тут ладно, здесь хоть починить можно. Поэтому тоже нужно к этому привыкнуть. В итоге, для кого этот гаджет? Я его использую каждый день, я езжу в метро в маршрутке. Мне кажется, это единственная пара AirPods, которая ездит в метро и маршрутке. Но они мне очень удобны. Действительно, я понял, что, блин, как я жил раньше без больших наушников. Потом я ловлю себя на мысли, что обычные наушники не так погружены в экосистему. Это действительно так. Здесь, конечно, есть ряд нюансов. И нюансы заключаются в звуке. Он, безусловно, очень и очень крутой. Но с оговоркой, здесь нету эквалайзера. Ты не можешь его никак редактировать. Официальная позиция Apple заключается в том, что мы доносим до вас звук таким, каким его видел создатель этого трека. И это подкупает, это действительно подкупает. Ты же не лучше там кого-то, кто писал эту музыку. Ты не лучше там композитора Кирилла Рихтера, который писал свои сочинения. Он хотел, чтобы ты услышал это, и Apple тебе позволяет это сделать. Но для многих я слышал такое мнение, что AirPods не выдают нужный уровень баса. Акустика отрабатывает очень круто. Ты слышишь каждое дребезжание струны. Но в басах, возможно, да, действительно есть провал. И это, к сожалению, никак не исправимо. У тебя на голове 4-ядерный процессор с каждой стороны, 8 ядер. Компьютер получается, который не дает собой управлять. Странное решение.
как хорошо слышат все окружающие, что ты слышишь. Очень хорошо. Прекрасно. И это тоже нюанс. Мне кажется, можно было этот звук как-то поглотить. Как по ним можно поговорить по телефону? Знаешь, я как-то во всех обзорах не думал, что у меня встанет в этот вопрос, но он встал, конечно, мне позвонили, я ответил. Интуитивно просто нажал на кнопочку Digital Crown, и, собственно, звонок пошел. И меня ужасно слышали. Ужасно слышали, потому что на AirPods даже микрофоны реализованы лучше. На это в техподдержке Apple мне объяснили, что, знаете, это гаджет все-таки для дома, и он не предназначен для звонков. Функция есть, но как бы вот такая, да. На сегодняшний день это гаджет сыроватый, который стоит очень дорого, его раскупят. Это будут самые продаваемые, носимые вот такие большие наушники в мире, я уверен. Но на сегодня он сыроват. Я считаю, что нужно подождать пару месяцев, и мы обязательно получим новую версию спортивную. Потому что я часто бегаю и очень часто ношу наушники. Я бегаю логично в AirPods. Я думал в них побегать, но они очень много весят. Действительно, AirPods Max весят прям максимально много. Из всех наушников, которые представлены сегодня на рынке, это самые тяжелые уши. И это действительно напрягает. 400 грамм с лишним на голове. Да, хорошо сидят, да, они не давят, но когда ты бегаешь уже там 10-15 километр, начинает напрягать, поэтому нет, в них особо не побегаешь, и я уверен, убежден, что мы получим облегченную версию именно для бега, занятий спортом. Вот тогда я советую тебе на них посмотреть внимательнее. До той поры, если у тебя, конечно, есть 60 тысяч лишних, я тебе советую их взять, это будет круто, прикольно и очень интересный экспириенс, о котором ты не пожалеешь. В остальном просто совсем смирись, это первый гаджет во всей линейке, еще до этого Apple такого не делала. Есть над чем подумать, как видишь, тут есть плюсы, есть минусы, есть какие-то положительные стороны, есть негативные, такие как отсутствие эквалайзера, высокий вес и невозможность их выключить, необходимость все время их выключать вручную. Но между тем это очень хороший, стабильный, крутой звук. А между тем, это действительно продуманный гаджет в плане шумоподавления. Летишь в самолете, ни черта не слышишь, кроме голоса пилота. Это вот тоже очень грамотно продумано, когда пилот будет обращаться, либо ты будешь идти по метро и будет объявление. Оно пройдет через уровень шумоподавления. Это прикольно. В остальном, это прикольный гаджет для всех фанатов Apple. Уверен, они его и раскупят. Ну а если ты прям думаешь Sony или Apple, то посмотри, какой у тебя телефон. Если у тебя экосистема iOS и, собственно, экосистема Apple, то, конечно, бери. Если у тебя экосистема на Android, то я бы не стал брать эти наушники. Ты вообще ничего не получишь из их функционала. Собственно, это все, что я хотел тебе рассказать об AirPods Max прямо вот так быстро, не растягивая и по делу. Поэтому, если я что-то упустил, пиши в комментариях, пиши в директ и, собственно, задавай вопросы, я с удовольствием на все их отвечу. Благо, как бы возможность есть, могу тебе рассказать вот что называется из первых рук. Собственно, спасибо за просмотр, подписывайся на канал, ставь лайк, всем пока!